Салют всем моим людям. Здесь Смоки Мо. Увидел ситуацию по поводу Жеки Рыжего. Вот. Видел по телевизору передачу. В интернете видел информацию. На самом деле я в шоке, что произошло. Вот. Ну, я еще человек впечатлительный. Как бы меня это очень сильно цепануло, задела ситуация. Что я могу сказать? Уже ничего не вернуть, время вспять не повернуть. Я пожелаю просто Жене скорейшего выздоровления и сил, чтобы начать все заново. Я думаю, у него это получится. Я видел то, что он делал, то, чем он занимался, это круто. И я думаю, что все получится. Насколько я знал, сейчас в больнице, да, лежит? Вот если увидишь, вообще, ну, я не знаком, но в любом случае тебе уважуха, и надеюсь, когда-нибудь увидимся. Вот, всем, что могу сказать? Всем, что могу сказать? Не будьте, на самом деле, равнодушными людьми, потому что несправедливости, какие-то вещи плохие происходят постоянно, и нельзя на это закрывать глаза, потому что этого будет больше и больше, это будет продолжаться. Вот, надо как-то об этом говорить, как-то это обсуждать. Я не знаю, что сказать. Жене здоровья, скорейшего выздоровления. Всем привет!